Всем привет, с вами Светлана. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я продолжаю серию видеороликов о выращивании замиокулькаса из листовой пластинки. Это уже третья часть. Последнюю, вторую часть я снимала в октябре месяце. Это видео можно посмотреть. На сегодня мои 6 стаканчиков вот так вот выглядят. Изменения произошли. Здесь в одном стаканчике вот замиокулькас радует меня новым выпущенным ростком. Потом есть из этого листика. Он уже начинает желтеть. Из него тоже вот такие ростки. Ну и пока что особых изменений я больше не вижу, потому что там, скорее всего, наращивается клубенек. Сегодня мне их надо пересадить, так как уже апрель месяц, и нужно их дальше проращивать, потому что в этих стаканчиках уже им очень мало места, они уже вот так вот позеленели. Тут нужно обновить землю. Я взяла стаканчики, которые я делаю из пол-литровых стаканов. Об этом видео я ссылочку наверху дам, можно будет посмотреть, как я их делаю. Землю я взяла для кактусов, вот такую вот гринлайн. И сейчас давайте посмотрим, что же у нас. Возьмем вот этот вот самый, я его сейчас вытащу аккуратненько. Так, здесь вот был дренажик из пенопласта, я его убираю. И вот здесь вот видим уже довольно-таки неплохие корешки. Земля уже вот эта старая вся обсыпается. Здесь довольно такая неплохая уже картошечка. Вот как она выглядит. Выкладываю его в стаканчик и присыпаю землей. Свежая земля даст ему необходимые питательные вещества новые и рост. Таким образом пересадила. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас небольшой клубенек, который нарастил листик. И видим, вот тут вот уже есть росточек. Скоро этот клубенек будет давать новое растение. Сажаем его в свежую землю. Так, берем следующий, смотрим, что у нас здесь. Выращивание замиокулькаса из листовой пластинки очень длительный процесс. Это такое занятие не для тех, кто очень любит все, чтобы быстро происходило. Вот мы смотрим здесь, вот тут клубенек, картошечка. И вот здесь вот такие корешки, довольно-таки неплохие по сравнению с прошлым разом. И опять же растет новый росточек. Также поступаю со следующими.
И сейчас я их поставлю на поддон и отправлю на подоконничек. Поливать сегодня их не буду. Не полить можно, не бояться, потому что у них клубеньки, там содержится много влаги, достаточно для этих растений. Вот, поэтому поливать я уже буду их завтра. Теперь они будут продолжать дальше расти и развиваться. Всем удачи, всем хорошего настроения, солнышко, пока, до новых встреч!